Нормально я, типа, гимн Украины ставил, но не помню. Прикольно, да, я сделал? О, да, наконец-то Кувай Шоп. Смогу посмотреть, что мне тут пишут в комментариях. Рыба, бля. Ага, смешно, живот лопается. Сука, пидорасы поставили только 12 лайков. Гнидыче. Оу, ес, щит мэн. Предлагаем один. Неплохо. Хэштег колормод. Не жрущий, не капельки. FPS. А наоборот. Прибавляет FPS. Также скрины проверки вы можете увидеть у себя на экранах. Где? У себя. А, о, извиняюсь. Скриншот проверки. О. А шо це за цікава вкладочка з Ютуба? Асі маскировка шоу? Стиллеров? Да не может такого бути. Я уверен, что Аси это другое. Он, наверное, это, ну, помогает. Напишем так, это же не может... И всем привет, дорогие друзья, с вами Black Thunder Pro. Сегодня я вам покажу, как замаскировать стиллер sump.asi. Ну, я думаю, тут все понятно. Как бы... Вра. А! То есть, как бы, бля, типа, рили? Вот этот челик, на что он наделся? Типа, бля, лол, это самый тупейший, бля, проёб, который я видел в своей жизни. То есть, как, ты чё, даун, что ли, блядь? Так обосраться, я не знаю, и... А! Ой, нет! Только не в ВП! Слава Украине! Слава Украине! СБУ, не трогайте меня! Так вот, на что он надеялся, что, бля, рили, что все дауни ещё начнут скачивать в Color Mod, бля? Ну, это так по-дебильному спалиться, это надо быть максимальным аутистом. Можете нарезолитовать ему хуями, там, не знаю, бля, напишите ему, что он даун, бля, попсирайте, вот скажите, что он хуй из жопы и так далее, и воняет козлятина хуже, чем Кенза Харана. Ладно, все там, типа, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, тут выкладывается только настоящие, вот тут не маски, как на деревьях не маски. Тут можете подписаться и... Пфф.